От деструктивной информации в интернете будут защищать наших детей. В частности, появятся ограничения по использованию изображения ребенка без разрешения его родителей. В этой связи будут внесены требования для учебных организаций и операторов связи по фильтрованию интернет-трафика. Законодательно закрепить эти и другие нормы предложил заместитель министра информации и коммуникации Алан Ажибаев на межведомственной комиссии в Министерстве юстиции. Кроме того, планируется регламентировать продажу приемных устройств, спутников, операторов телерадиовещания, а также порядок приема сигнала иностранных каналов от операторов связи. На территории Казахстана сегодня распространяются приемные устройства операторов телерадиовещания как казахстанских, так и зарубежных. И в этой связи, чтобы уравнять положение, Министерство информации и коммуникации своей концепции предлагает норму, чтобы распространялись только приемные устройства тех операторов, которые имеют лицензию у нас в стране.